1 рубль СССР 1989 года посвящена монета узбекскому поэту Ниязи. Монета тиражом 2 миллиона штук, в том числе 200 тысяч в качестве пруф. Посвящена столетию со дня рождения узбекского поэта Хамзы Ниязи. Стоимость такой монеты, как правило, в обычном чекане от 150 рублей, пруф это уже от 200 рублей. Это первая монета, которая посвящена деятелю из Центральной Азии. Хамза стал основоположником узбекской советской литературы. Кроме этого, он занимался общественной деятельностью. Боролся за раскрепощение женщин, разоблачал действия националистов и реакционного духовенства. Из-за своей активности, из-за своей активной деятельности он был закидан камнями до смерти. Вот такая вот участь.